глядя на российских военнослужащих, понимаю, что ребята где-то принимали участие, есть у них какой-то опыт, либо кто-то им передавал этот опыт, соответственно, они этот опыт передают нам. В свою очередь, мы тоже какими-то своими наработками пытаемся делиться. То есть вот это вот взаимодействие, именно разговорной речью, ну и, соответственно, уже на, когда смотришь и видишь, как это все происходит, как действуют они, что-то для себя черпаешь, вот, и уже стараемся применять то же самое. Соответственно, они тоже подсматривают, где-то видят, как действуем мы в каких-либо ситуациях, как это все у нас подготовка происходит, и тоже для себя какие-то выводы делают.